астрол, звезда, граф, вот пишу. И вот такое название для телескопов сохранилось и по сей день, хотя, в общем, сейчас в нем особой нужды нет. Все современные телескопы являются фотоаппаратами. Так что то, что стоит перед вами, это очень большой фотоаппарат. Как фотоаппарат он может быть велик, но как телескоп это инструмент весьма и весьма скромный. Я уже говорил о том, что у нас на обсерватории стоят маленькие телескопы. Это маленький телескоп. Почему он маленький? Потому что главный параметр крутизны телескопа – это размер его объектива. Объекты, с которыми имеет дело астрономия, это объекты довольно тусклые, и поэтому объектив телескопа должен быть как можно больше, чтобы он собирал как можно больше света. Вы знаете, что в темноте зрачок человеческого глаза расширяется как раз для этой цели, чтобы собирать больше света. И телескоп тем лучше, чем больше у него объектив. Это настолько важный параметр, что его часто выносят в название телескопа. И, например, когда мы говорим, что самый большой телескоп в России – это 6-метровый телескоп, это не значит, что у него высота 6 метров или длина 6 метров, это размер объектива. Этот телескоп 40 сантиметров. Вот уже вы можете сравнить. Этот телескоп 40 сантиметров, самый большой телескоп в России – 6 метров объектив, самый большой телескоп в мире такого типа – это телескоп с объективом 10 метров.